Какую цену делаете? 50, 75, 100, 120. Лопаточки все по 20, по 25. Молодой человек, все изделия из соли, да? Да, 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 соль. Их ниток. Шерстяные? Все подряд. Все подряд. Диакрит, полу, шерсти, хлопок, тут все. И махра. Девочки, из бисера, из чего еще? Горный хрусталь, натуральные камни. Чешские бусинки, натуральные камни. Сами делаете? Да. Из чего? Из чего? Из сыра. Натурпродукта, бутылка прокипяченная, стерилизованная. И потом обрабатывается салфеткой, лаком. Теперь наливаем красоту, пьем. На конкурсе первые места занимаем. Вчера хозяйка отошла, но я могу рассказать, что самые ценные работы. Вы, если можете посмотреть, вот эта большая картина. Но это неправда. Самые ценные работы – это вот эти две. Из-за цвета самой коры. Из чего они сделаны? Береза, береста. Береза. Самые ценные – это вот эти две работы. Потому что такая краска придается только в тех местах, где много железа. Если смотреть на цвету, то вишня аж переливается. Береста, как и масло, смотрится сдалека. Солнца тут сейчас мало будет. Оно идет перелив. Здравствуйте, вы прекрасны. Здравствуйте. Просто спасибо, супер. Спасибо. Где? Бабушка. Девочки. А где? Я на сети. Бабушка, три. Нет, она была у нас. Мальчик разрисовывается. На Хэллоуин обычно разрисовывается, на Хэллоуин. Такой заказ добавили. А скажите, пожалуйста, из какого материала? Пожалуйста, это материал. Смотрю, что. Здесь вообще смешанная техника. Полимерная глина, папье-маше, самозатвердевающая, запекаемая глина, овчина, шерсть овцы, там разные шерсти. Вален. Ткани, бисер, работа, краски, да? Лаки. Помнишь, клей. Девочки, спасибо. Золотые руки у вас. Не, ну это вы, конечно, молодцы. Просматривает даже, где утечка. Ну, да. Тепло, не заработает. Мы не сами ждем у папы. Эля уже такая взрослая. Тетя, а кто тут же? От кого будете? И вот такой тут встречу. Где, ведем? Эля, это Лизина. А он, Маша, по целый день посадил. Это просто сами дети. Это же бисер. 16,7. А вот это смотри. Это на кольцо прям идет. Шикарно. Какой это камушек?
Капец, какая радость вообще для меня. Аквамарин, амазонит, лазурит, агаты, агаты, аметисты, какая прелесть, просто. Кораллы. Они, видите, он это? На капроне. Ну, они не ломаются, да. Они легкие, что она может целый день ходить и не заметит. Девушка, все работают с бисером? Это не бисер. Что это? Это камни. Камни? Это мозаика. Это вышивка крестиком, а это... А вышиваете вы, глядя на фотографию, да? Это портрет? Нет, разрабатывается схема. Ну, это действительно... Ну, с фотографии. С фотографии. Фотография берется, потом разрабатывается схема, а потом подбираются нитки и вышивают. Расскажите, пожалуйста, можно точно с фотографией передать? Да. На... Только что цвет я подбираю, ну, у меня только такой тон. Можно, конечно, и цветную вышивку. А калина та висока, не можу зігнути. Мою клюдину біленька відмалюю личко. На базарі у Бахмуті куплю черелички. Свежайший, подвозили недавно, так что не будешь. Давайте.